Yes. Я ти та та шедре та тай а та та те ти те те та 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 шалома пас те 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 те. Всем привет, меня зовут Алена, и вы на канале Каракуль Стич. Ребят, наконец-то вы дождались отчета по крестовым миниатюрам второй сезон. Я дико извиняюсь, потому что мы совсем без связи. Здесь на территории, вот как раз вот, где мы сейчас живем, какая-то очень серьезная поломка, которая неизвестно вообще, когда будет сделана. Через месяц сказали, может быть, там через 2 недели. Ну, в общем, раньше августа точно не починят. Поэтому я сейчас совершенно без связи. Вы видите, что даже видео не выходит на моем канале. Потому что, ну, я редко-редко выставляю, если какие-то такие моменты я снимаю, я потом еду кому-нибудь и делаю там видео и выставляю, да, потому что, ну, другого варианта у меня нету. Совершенно даже в телефоне не могу сделать, потому что как вроде бы есть интернет, но он не грузится, поэтому вот, к сожалению, так. Поэтому это видеоотчет будет очень такой несвойственный мне. Скажем так, я люблю поболтать, люблю поговорить, люблю вам рассказать, тем более, что все девочки мне прислали такие хорошие описания на e-mail со своими фотографиями работ. Наташа, например, 7 работ вышло, представляете, 7 миниатюрок за первый месяц, это вообще нонсенс, такая молодец. Меня очень порадовало, что многие девочки, которые участвовали в первом сезоне, они участвуют сейчас во втором сезоне. Есть некоторые девочки, там Валентина Крафт, допустим, или Элечка, которые мне не прислали отчетики, ну, наверное, не получилось, но ничего. Женечка, которая тоже в прошлом сезоне вышла 25, по-моему, или 22 работы миниатюрки. Обалдеть. И в этом сезоне она тоже участвовала, но, к сожалению, у нее проблема с рукой. Женечка, лечись. Ты нам нужна со здоровыми руками, чтобы радовать нас. Поэтому сейчас она... Я все равно вставлю то, что она вышивала и какие работы она делала, но, к сожалению, сейчас она не может эту руку использовать. Она в лангете и... не рабочая на данном моменте, поэтому, Женя, лучше лечись. В следующем сезоне оторвешься по полной. Подготовься, вылечи хорошо руку. Вот. Ну и остальные девочки, конечно, ну все молодцы, я не могу ничего сказать. Такие интересные работы, и так все быстренько вышивает. Молодцы. У меня вроде бы сейчас нету связи. Вроде бы я могла бы сидеть, вышивать себе и снимать хотя бы на будущее, чтобы потом вам показать. Но как-то, знаете, когда нет связи, нету стимула снимать, потому что я понимаю, что я не могу выставить эти видео, и, соответственно, я и вышиваю тоже потихонечку, когда там у меня есть желание. Как-то вот так, этот месяц такой у меня... в этом плане не очень продуктивный. Но ничего, ребятки, ну вы меня извините, прошу еще раз у вас извинения. Смотрите слайд-шоу, которое сейчас будет. И в следующем месяце я надеюсь, что я сделаю отличный отчет. Я все равно жду до 5 числа, до 5 августа ваши отчетики за июль, за проделанную работу. И постараюсь в августе, конечно, буквально в 10-х числах выставить видео. Если у меня даже не будет связи, я поеду куда-нибудь в гости и буду целый день сидеть, но я сделаю эти видео. Поэтому всем приятного просмотра. Как всегда, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, пишите комментарии. И всем пока-пока. Чао!